И всем, ребят, привет! С вами я, Лололошка Крис, и как у вас дела? Напишите, пожалуйста, в комментах. И сегодня я поиграю в такую игру, всеми известную, как Sims 4. И что ж, у меня почему-то не записалась первая часть, поэтому это будет вторая в виде первой части. А пока что, вот получается... У нас пока загрузка, то я вас ознакомлю с Кабаковой, да. И тут у меня уже есть свой ресторанчик. Вот она так выглядит. Она, кстати, со шрамом. Ну, там не видно. Вот просто... Сейчас я вам ее покажу. Напишите, как она красивенькая или нет. Почему она так долго загружается? Вот реально. Так. И что у нас? Что у нас? Так. Боже, как оно так долго загружается? О, наконец-то. Собственно, вот мой в гостях у ламы. Отсылочка на Fortnite. Это тоже. Вот она у нас такая со шарамиком. Красивенькая, мне очень нравится. И что ж, как бы так аккуратно к ней подъехать, чтобы... Ну, собственно, вот такая у нас прелесть. История у нее довольно грустная. Получается, давайте я ее вкратце расскажу. Она жила не очень хорошей семье, и, собственно, из-за того, что она шастала где ни попадя, она случайно взяла и повредила себе правый глаз. Ну, это видно по шраму. Глаз возобновился, но единственное, что остался шрам. И, собственно, она никогда не была рада этому шраму, и когда она обогатилась на 10 лямов, ну, вы видите, у нее уже 8 лямов, ну, она только почувствовала себя хорошо и сейчас живет прекрасно. У нее нет братьев или сестер, или еще кого-то, она одинокая, и родители у нее давно уже умерли. И, собственно, вот так вот она выглядит. Никита, выключи звук. Потише сделай. Собственно, вот и все. Вот ее история, так вкратце. А, и кстати, по поводу глаз. Это, если что, то линзы. Из-за того, что просто ее цвет глаз ей не очень нравится. И она надевает линзы. Но... единственная проблема... Еще одна. Это из-за того, что ее правый глаз там где шрам. Ну, с нашей стороны это левый. Ну, короче, он просто взялся, и у него, ну, нету там прямо вот... Он просто такой темный какой-то, весь черный, ну, как сам зрачок. Но только вот более такой коричневатый. Ну, и, собственно, поэтому она и носит линзы, а чтобы не было разных цветов глаз. А так она зеленоглазая, если что. Поэтому она и надевает линзы. Окрас у нее, кстати, губ типа естественный, но на самом деле нет. Ну, допустим, это естественный у нее окрас. Ну, ладно. Что ж, я себе только громкость погромче сделаю, поскольку я ничего не слышу. О, все, теперь слышу. У нас, кстати, сейчас я немного потише теперь. У нас есть, работает такая вот, кстати, комик. Одиничка. Давайте управление. Бесплатную еду и узнать, все ли в порядке, поскольку он чем-то недоволен все же. А, они ушли? Блин, жаль, конечно. В туалете. Кстати, я еще в прошлом видео показывала, как читы включить. Ctrl-Shift
C. Вот у нас. И testing. Точка. Не, просто testing chill. Точка. True. И вот так вот, короче, у меня из-за того, что не включаю, оно не отображается. И также на Ctrl-Shift-C оно и закрывается. И, собственно, когда мы зажимаем Shift и наводим на какого-то персонажа, и у нас варианты принятия солнечного образа, изменить ФСП, заблокировать нужды, читы для университета, восстановить объект отладка, добавить черту неигрового персонажа. И получается у нас общественное мнение, вы можете убавить популярность того или иного персонажа или добавить его, а чит-коды для потребностей это сделать счастливой, то есть ей ничего не надо, она всем довольна, вот мы ее сделали так, и она теперь в туалет даже не хочет. Нафига ты идешь в туалет, если тебе не надо? Так, и давайте наймем пианиста, нам не жалко, собственно, а... в нашем, так сказать, баре, очень будет классно иметь, как в баре, в ресторане, ну, вы меня поняли, короче, будет очень классно иметь кого-то из наших всех вот гостей, пианиста, и вот исполнительница, она у нас называется, это именно будет играть у нас на пианино, то ли рояле, то ли как, пианиста. Раз пианист, то пианино. А если рояль? Роялист? Не. Ладно, это предстоит нам еще узнать. Так, и что ж... давайте все же уберешь, что я отменила действие. Убрать и помыть. Ну, хотя... это как бы неправильно... ну, что ж. Управлять, оплатить обучение уже все сделали. Так, и что ж. Давайте пока что закроем. И у нас... мы, конечно, в убытке. Но у нас хотя бы обаяние второго уровня стало. Фитнес пятого уровня, потому что она на обучении. Обаяние третьего уровня. И... комедия второго уровня, из-за того, что она на обучении, изысканная кулинария второго уровня, смешивание напитков второго уровня. Но у нас чистый доход только в убытке, но всего лишь на $1, поэтому это не так уж и страшно. А давай-ка мы с тобой пойдем домой, хотя там дома все равно нефиг делать, и поскольку у нас весна, я тогда выбрала... И, кстати, вы сейчас как раз и увидите тот самый домик мой. И, кстати, собственно, вот он. Да, не очень привлекательный, согласна. Дом такой более-менее, ну... почему я его пока что не облагораживаю? Только потому, что я не хочу себе вот такой большой пентхаус. Просто сурово и красиво. Больше ничего сказать. И, кстати, у нас Алекс Лузерс, я ее переименовала, ну, это я не помню, как ее звали, Алекс Мойер, или как ее. Это вот та вот, которая жирная девка, которая обычно спит, и это наш сосед по комнате. А давайте сейчас как раз я вот это, давайте, здание сохраню. Текущий бюджет. Так, и, собственно, пентхаус нам не нужен, нам нужен только просто дом. Дом. Все, больше ничего ей не надо. 40 на 30, вроде бы норм. С мебелью давайте... ну, давайте. Рисковать мне все равно нечем, наверное. Поэтому, собственно, и не жалко. Сейчас оно загрузится, только все вот это добро. И, собственно, вау. А, тут бассейн есть. Так, вот только мне что не нравится, то, что он не тот, который я бы хотела. Поэтому давайте все же пентхаус выберем, да и все. Давайте тогда
Из этого современного пентхауса с окнами от пола до потолка виден весь город. Расслабляйтесь на крыше и наслаждайтесь прекрасным видом, играя в баскетбол с друзьями или устраивайте отменные вечеринки. Пентхаус от пола до потолка будет по душе даже настоящей рок-звезде. Убедительно. Ничего не скажешь. Текс. Ну и, собственно, я просто пока что... Вот этот вот дом, который вот был рыжий, я сама создавала, а вот этот я пока что сделала лучше сама, поскольку он будет поприкольнее. И вот это я тоже как бы взяла из вот этой галереи. Ну, у нас 3 туалета, 1 спальня. Ну, ничего такого. Нормас. Что ж, ну, поскольку она одинокая, мы возьмем просто соседку. Мне, если честно, не нравится. Просто дом, давайте. Хотя. Снести участок. Просто участок давайте снесем, да и все, поскольку мне не нравится вообще. Все не нравится, собственно. Ну, собственно, будет... я продам все. Поскольку мне оно не надо. Так, и... Ага, у нас их 6. А что это? Набор сапосы. Спасибо. Немного соли, перца и пара салфеток. А, соль, перец, салфетки. Сапосы. Спасибо. А что еще надо? Ну, если честно, да. Визитница щеголеватой диагонали. Ну, такое себе. Поэтому давайте начнем все. Снесем опять же. И возьмем какие-то. Давайте просто комнаты именно. Че, пропадает голос, ну ладно. Возьмем просто профессиональную кухню. Нам не надо зачем. Просто будет кухня. Как-то темненько, как-то вот все темненько. Это слишком такое старенькое. Это тоже, ну давайте что-то еще. О, а есть такое белое? Нет. Ну, вот это еще более-менее. И кухня давайте у нас будет располагаться здесь. Собственно... Окей, да. Дальше давайте у нас будет ванная. Ванная у нас будет роскошненькая такая, самая дорогая. 9000 всего лишь на ванну отдать. Я, по-моему, сошла с ума. Ну, вот реально, вот какой здоровый человек заплатит за ванную 9000. Хотя, собственно... Может так получиться, что оно и выйдет на где-то 5000. Текс. И комнатушечки у нас будут самые высокие. И давайте раз дверь. Два дверь. Конечно, не очень, но давайте просто вот так вот. И у нас там просто дверь стоит уже. Соответственно, нам и не надо большего. И что мне не нравится, то что у нас тут всего лишь одна ванная, поэтому давайте скопируем просто и вставить. Ctrl-C, Ctrl-V. Называется, что я вспомнила. Да ладно. Вот, вот так вот можно будет сделать еще. Мне кажется, будет прикольно. И будем делать спальню нашим девочкам. И, собственно, нет, давайте какую-то другую. Ох ты, ну, вот это еще ничего, но такое себе. Ужас. Не. Что-то все не то. Что-то все не то. Ну, давайте тогда... если вот... Ладно, ну если что, что-то уберу.
если мне понравится комната. Rotate. Надо было запомнить, что это же ж не это. Это тебе не Roblox, это тебе не на R. Все, начинается. Так, и, собственно, вот. Вот так вот и... еще ничего, так комната. Я думала, что будет похуже. Но, если честно, то вот эти шкафы нафига они нам. Мы обойдемся и без них, если честно. Поэтому сэкономили, конечно, много, но можно было и не экономить, поскольку мы и так много зарабатываем, так сказать. Наш сим даже не зарабатывает, просто сидит без дела и нормально так получает. И что ж, у нас симметричные получаются комнатушечки. И будет гостиница у нас, ой, гостевая комната. Их даже будет несколько, мне хочется именно несколько. А что дальше, посмотрим. Так, и давайте у нас все же мы его присобачим. Его, собственно, и не присобачивать. И у нас, собственно, нам это не надо, нам это не надо. А ванная нам надо, но фиг его знает, куда нам ее присобачивать. А вот тут двери, собственно, и нужны. Давайте еще, собственно, просто удалим вот эти предметы. А присобачим, давайте, самое дорогое. Конечно, самое дорогое не самое удобное обычно, так я знаю. Но мне понравилось. Ну, нормас. Собственно, большего и не надо. Можно еще присобачить. Вот такое. Давайте что-то еще поищем. Да уж, не густо, не пусто. Ой, VIP. VIP. Нормас. И сразу вход в ванную. Ну, ничего необычного. Так. Что ж, надо же ж нам еще... Столовую нам не надо у нас. Хотя нам столовая нужна. Нам столовая нужна как раз. Во. Это, кстати, у меня на прошлом доме, я помню, было. Что там? А, это нам не надо. Не все какие-то тесненькие комнаты эти. Надо же как-то разбавить так, ну. Сами понимаете, о чем я. Надо как-то их так сделать, чтобы оно вот не мешало всем, всей обстановке. И вот это можно продать, оно ни к чему, если честно. Либо просто по стенкам расставить, да и все. Чтобы не беспокоиться за то, что что-то случится. Не то или не другое. И вообще, что мне понравится. Ну, И ну, вот у нас двери сюда, например, выходят. Конечно, такое себе, ни о чем вообще. У нас вот это вот мне не нравится, конечно, кухня, поэтому давайте найду я еще одну. Более-менее нормальную. Ну, я не говорю, что это не нормальная, а ну, более такую компактную и удобную, поскольку вот это всего напичкано, мне это... не очень нравится. И она вроде бы кажется так много места всякое, да? А потом ты берешь и оказывается, что не так уж и много у тебя места. А потом, ой-ой-ой-ой-ой, и как так возможно? Ну, собственно, вот.
только вот, вот эту мы изменим на вот эту. И ее вставим, как будто она тоже тут присутствует. Подождите, только мне надо ее на красную сменить, поскольку у нас кухня в красном стиле. Ну, если честно, не очень. И так, что у нас в багаже опять? Довольно, все поставили на место. Ничего лишнего. И давайте, собственно, вот как раз кабинетик сделаем. Кабинет, я знаю, вот сейчас где он. Сейчас где-то этот вот. Не, я помню, он тесный. Сейчас. Это слишком для магов. Это не очень, вообще не очень. Так, ну, я даже и не знаю, что выбрать, поскольку оно не очень все. Кабинет работяга, ё-моё. Почему здесь лопата? Подождите, витрина сколько стоит? Тю! Ё-моё! Что ж так дорого? О, зал для трансляции, о. Это если у этой самой дочки, если у нее, конечно, будет дочка, по секрету, то можно будет и сделать, собственно, комнатушку для трансляций. А так, пока что нам она и не надо. И, собственно, все же давайте поставим. И, собственно, вот, конечно, всякого напичкано, очень много, но такое. Давайте такие в одну щельку, не сильно большие, не сильно маленькие. А тут escape, тут у меня что-то escape не работал, ну, ладно. Что я сюда? Собственно, детской нам не надо, и, собственно, этого тоже, наверное. Дальше я посмотрю. Праздничное побережье. Магия острова, пляжное полотенце нам точно не надо. Вау. Если бы мне такое детство, конечно. Нет. Что-то слишком много всего. Если честно, то я могу такое же сделать и сама. Вот, ну, вот я вот просто вот смотрю, вот как бы, ну, дизайнеры, собственно, не сильно того уж и стараются над вот этим всем вот красотой и всякое вот это. Конечно, может, они и стараются. Это не в обиду мастерам это все. Просто я к тому, что тут как будто и, собственно, и нет вот такого, как уюта, то ли чего-то такого вот. То есть все сделано как бы только ради вот просто красоты какой-то, вот именно без того, чтобы вот. Оно, конечно, может и некрасиво, но для себя просто, вот, знаете, вот, точнее, вот, даже некрасиво, я неправильно выразилась, ну, а просто было бы очень классно, вот, и именно, имею в виду такой дворик, всякое вот такое, кресло тут вот можно сделать, и, слушайте, где я видела эту площадку, вот это. Можно будет сделать вот это вот. А вот, собственно, нигде. Вот, на задний двор. Давайте просто его оттарабаним, да и все. Собственно, вот такое вот у нас, конечно, такое себе что-то получилось. Когда-то я это переделаю. У меня единственный вопрос, сколько этого мы все снимаем. И уже 2-4 минуты, поэтому
В следующей части мы будем уже это все облагораживать. До скорых встреч. Пока-пока всем друзьям.